Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые подписчики. Я Красовский Сергей, подростковый психолог, и хочу вам описать ситуацию, которую мне так и хочется назвать «общенациональная проблема перед 1 сентября». Вчера на консультации одна расстроенная мамочка мне говорит, что она с дочерью договорилась пойти и после работы купить с ней блузку. Но дочь с ней отказывается идти, потому что она договорилась со своими подружками, что она пойдет в магазин и купит себе канцтовары с друзьями. Ну, понятное дело, подросток, друзья на первом месте, это, в общем-то, абсолютно естественно. Так вот, мамочка расстраивается из-за того, что она не может потом в другие дни до 1 сентября успеть купить новую блузку. Ее это очень сильно расстраивает. И на что я ее спрашиваю? Ну, значит, что? 1 сентября, значит, дочка пойдет в чем-то другом, а не в белой блузке. На что мама говорит, что есть старая блузка. То есть, смотрите, по сути дела, проблемы, в общем-то, никакой нет. Просто мы, взрослые, хотим сделать по-нормальному, по-взрослому. А этого как раз не нужно делать. Нам нужно научить сначала ответственности, а потом делать по-нормальному. Понимаете? Делай нормально, нормально будет. Но сначала делай, то есть ответственность. Поэтому получается, что мама просто уступает дочери, говорит, хорошо, дорогая моя, давай, иди с подружками, покупай канцтовары на 1 сентября, так как я не могу до 1 сентября, ты пойдешь в старой блузке, а блузку новую купим уже потом, на выходных. И все, и проблема решена. Но мамочка сопротивляется, ей хочется сделать по-нормальному. Понимаете, то есть вот на ровном месте мы, взрослые, устраиваем проблему. Я понимаю, что нам хочется сделать по-нормальному. Но вот с подростками не надо по-нормальному. Нужно научить ответственности. Понимаете, девочка выбрала, что для нее важнее. Подруги и вот канцтовары. А блузка может быть и старая. Это приоритеты, которые расставил подросток. И эти приоритеты нужно уважать, потому что именно с этого начинается ответственность. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, дорогие друзья, что у нас по-прежнему идет набор на курс «Самооценка супергероя». Очень хорошее предложение с очень хорошей скидкой и дополнительными бонусами специально для родителей. Я подарю вам целый курс, который называется «Как управлять поведением подростка с помощью 5 простых принципов без скандалов и слез». Час с лишним отборнейшей информации, самый фреш, самый сок за 9 лет моей работы. Все на 100% рабочие инструменты, и вы сможете совершенно самостоятельно не только поднять ребенку самооценку. Кстати, я об этом на этом курсе очень много говорю, об отношениях с родителями, насколько они важны. Но еще вы сможете, дорогие родители, поднять, так сказать, свое понимание подростковой психологии. Тогда количество проблем резко снизится. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, буду очень рад быть для вас полезным. До встречи, друзья. Всего хорошего.